Тому, кто любит груши, не нужно описывать удивительный вкус варенья из них. А я вас удивлю, и предложу рецепт грушевого варенья с маком. Добавьте еще палочку корицы и кардамон. Волшебно! Грушевое варенье обладает сильным ароматом и вкусом. Добавление мака, корицы и кардамона придаст варенью особый шарм. Готовить его просто и быстро, можно использовать переспелые груши. Подготовьте необходимые продукты. Мак залейте горячей водой, откиньте на сито. Груши вымойте. Груши нарежьте ломтиками, удалите семена. Поместите в кастрюлю и засыпьте сахаром. Коробочки кардамона раскройте, семена растолките. Мак, кардамон, лимонный сок, палочку корицы добавьте к грушам. Дайте постоять 30 минут, чтобы груша пустила сок. На среднем огне доведите до кипения, на минимальном, варите в течение 15 минут. Удалите палочку корицы. Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам, закатайте крышками. Остудите. Храните в прохладном и темном месте.